Богдану Чуйко був звільнений з-під варти Лук'янівського СІЗО. Службою безпеки України з нього було знято усі обвинувачення, а кримінальну справу закрито Быстро, складу злочину. Тож вже завтра Чуйко повернеться у крісло прем'єр-міністра України. Когда ж ви зговорились? Просто інтерес. Гниды, предатели, продали меня. Ты им что удушил? Мешок сними, или тебе стыдно мне в глаза посмотреть? А? Иуда, ну что, 30 серебряников ляжку не жгут? Как он тебя купил? Сколько заплатил? Что ты смотришь? Егор. Егор, то руки с... Ты не знаешь, как не знаешь? Ты не знаешь, как не знаешь?